Занимаются биологией, ставят спектакли, играют в шахматы. Так проводят весенние каникулы ученики Урмарской школы. Подробнее в репортаже. Под пушистой кроной путник отдохнет, птица голосистая песню пропоет. Вот хорошо, молодец, теперь замечательно получилось. У юных актеров ни минуты свободного времени. Ребята репетируют новую постановку для участия в республиканском конкурсе детских экологических театров. До финала 3 недели. Влад Данилов играет роль короля. Мне, во-первых, нравится наш школьный театр тем, что это интересно, приятно на публику работать. И заинтриговать их. В каникулы дома сидеть скучно. И поэтому я лучше буду ходить сюда и выступать, учиться чему-то новому, вместо того, чтобы сидеть за компьютером или телефоном. Красивое изображение, как раз и цитоплазматические мембраны, и оболочка, и ядро. Не забудьте сделать рисуночек, хорошо? А в этом кабинете школьники знакомятся с клеточным строением тканей. Это необычный урок. Сейчас я рисую корень тыквы, клетку корня тыквы, рассматриваем его сосуды. Нам очень нравится учиться, приходим, занимаемся дополнительно. Очень интересно, очень любим урок биологии. Занятия проходят 2 раза в неделю. Каждый раз новая тема. Во время учебного процесса недостаточно бывает времени, чтобы дать знания по биологии, а во время каникул уже больше уделяется внимания в ту программу, которая требуется в дальнейшем. Гуляя по школе, даже и не скажешь, что сейчас каникулы. Вот здесь готовят к печати свежий выпуск школьной газеты. Тут пытаются обыграть друг друга юные гроссмейстеры. А в этом классе собрались будущие лесничие. Работа во время каникулов у нас устроена таким образом, чтобы направить детей в разные русла. Это и проектная деятельность, это спортивная деятельность, это и воспитательная деятельность, это работа кружков по разным направлениям. Мы бы не хотели, чтобы наши дети появлялись в сводках, например, МВД, чтобы они делали разного рода правонарушения. Поэтому профилактическая работа должна вести не только во время учебной деятельности, но и во время, естественно, каникул. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.